Ну что ж, Шпуля, интересная лазалка, да? И дальше куда полезешь? Все, предел. А этот здесь. Куда же мне повесить эту качель? И места-то нету в доме. А на улице еще тоже негде. Да, Шпулиндра? Красота-то какая. Ку-ку. Ку-ку. Ты тоже туда хочешь? Да? Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня решила немножко включиться, показать вам, чем я здесь занимаюсь. У меня здесь, конечно же, полнейший бардак. Ну, это творческий беспорядок. Обезьяна. Вот такая красота у меня уже получается. Раздолье для котов. Перенес Лешек, вернее, новый купил вот такой крючок. Пришлось пожертвовать здесь потолком в прихожей. Ну, просто больше нигде не помещается вот этот вот круг большой. Он 1,10 м в диаметре. Поэтому, в общем, только здесь вот нашлось местечко, чтобы вместить вот этот круг. В тех комнатах у нас натяжные потолки, естественно, не прикрепишься. Вот, только остается вот эта прихожка. Ну, ничего. Красота требует жертв, как говорится. Вот такая красота. Напомню, что спонсором вот этой пряжи был магазин Т-Декор, или новое российское производство, собственное производство, которое называется «Нить добра». Ой, ну посмотрите, что у нас здесь творится. Давайте пока полюбуемся на это чудо. Сейчас она наиграется, а потом я вам расскажу немножко о процессе, об ошибках. Вот. Вот такая у нас игруля. Шпуля-игруля, да? Ой, я не могу. В общем, конечно, кресло плела я в промежутках. Вот так, чтобы сказать, сколько времени уйдет на создание вот такой красоты, я, конечно, не могу. Ну, наверное, недели две точно уйдет. Еще здесь очень много работы. Сегодня я продолжу эту работу. Еще нужно сплести будет вот такую, как это, я ее назвала Эйфелева башня. Посмотрите, основание. Вот. Стропу, да, стропу. Как правильно сказать, не знаю. Ой, ну вы посмотрите на это. Ой, ты, боже мой. Вот здесь я немножко ошиблась. Сейчас принесла вот джут, оставшийся у меня. Хватило мне на новую стропу. В общем, я ошиблась с размером. Здесь еще будет стропа, которая будет, привет-привет, вот так вот цеплять вот эту сетку. Вот так будет натягивать это все. То есть вот здесь будет крепиться стропа, пропускаться через вот эти ячейки сетки. Вот так по сетке и будет крепиться вот здесь. И посмотрите, какое, обратите внимание, какое мощное здесь крепление. Я сразу хочу сказать, что я отхожу от мастер-классов, и вот эти узлы, которые вот здесь у меня вы видите, это, ну, может быть, не совсем правильно, но крепко. Крепко держится, вот, и, в общем, вот здесь я ошиблась, у меня получилась короткая стропа.
Я убрала ее, расплела, я уже начала ее оплетать и переделала вот на больший размер. Но джут не пропадет, вы знаете, у нас вот эти вот красавцы. А вот, и у них есть когтедралка, которую я постоянно реставрирую, стул, и обматываю ножки этого стола. Естественно, джут приходит в негодность, и со временем я все это дело меняю. Так что остатки, то, что я ошиблась вот в размере, в длине вот этой стропы, о которой я вам сейчас рассказала, они никуда не денутся, они пойдут в дело. Вчера я уже вот здесь привязала вот эту сетку. Вот она. А так, спрыгнула. И сеточка натянулась. В общем, все приобретает такой уже законченный вид. Стропа тоже вот эта вот уже в таком натяжении. В общем, будет красота красивая. А здесь еще будет внизу вот, вот так мы с разбега. В общем, она поняла, что это ее игрушка, ее тренажер. Теперь она здесь, отсюда, я так думаю, не уйдет. Такая развлекаловка. Она у нас все лазила по вот этим кирпичикам вот здесь, все ее тянуло вверх. Ну, теперь у нее, пока здесь висит кресло, будет такой тренажер, да? Лапки надо разминать. Шпуля. Еще живот зеленый после стерилизации. Красавица ты наша. Какая красота-то, а? Вот ты мне контента делаешь. Вот, отвлеклась я. Еще здесь будут цепляться вот эти вот нити. И я буду внизу тоже вязать углом плоские узлы. И еще будет здесь оплетаться внизу. Значит, из простыни я пошила вот такую, эту, ну, не знаю, как сидушку, да? Но ошиблась с размером. Я выкраивала по размеру вот этого круга, очерчивала это все. Ну, в общем, нужно больше сидушку. Опять же, сидушка не пропадет, если я буду переделывать ее. В общем, а может быть и не буду переделывать, может быть и это пойдет. Я заказывала в Wildberries вот этот синтепон. Вернее, это не синтепон, а как это называется? Наполнитель такой, шарики мягкие. Вот, 1 килограмм, что-то 340 или 360 рублей. Вот этот чехол из-под... А, я вам сейчас могу показать, друзья, его. Ну, вы, наверное, знаете, кто делает игрушки. Я наполняла... чехол из-под гитары, ну, как декор для... И мне не хватило на подушку. Вот он. Вот такие вот шарики я заказывала. Мягкие на Wildberries. Заказала еще один. Теперь же нужно пополнить эту гитару, да? Потому что я отсюда брала эти шарики. Уже пришел заказ. Вот. В общем, килограмм ушел на вот этот ковер, да, мягкий, или сидушку мягкую. Пошила я это все из простыни, тоже на Wildberries покупала. Простынь называется «Сказка». У меня такое и постельное белье, а это полуторку я купила. Что-то я хотела из нее делать. Ну, в общем, долежалась она до нужного момента. И то, что остатки остались, пошила вот такую подушку. Она будет, когда все будет готово, это будет вот так вот опираться для спины. Все очень просто. Прямоугольник, прострочила вот такие вот карманчики, ну так, чтобы туда проходила ладошка. И, в общем, потом это все вот так вот
напихала туда этот наполнитель. И вот здесь вот вручную все это вот зашила. Получилась вот такая красота, красивая. В общем, вот такая сидушка мягкая и подушка к ней. Вчера звонила Анечке. Аня говорит: мам, у тебя как в раю там. Скорей бы уже была готова беседка. Я так хочу покататься в этом кресле-качеле. Или кресло-балдахин его еще называют. Кресло-шатер. Я сама хочу. Очень хочу. Теперь, друзья, сейчас покажу вам, как я оформила. Да, кресло немножко, ну, как сказать, прогибается. Вот мы даже видим, даже просто от веса, да, кот туда садится и прогибается оно. Мне это не очень нравится, хотя мягко, удобно, но мне хочется какой-то стабильности, чтобы, ну, короче, чтобы оно не прогибалось. И я решила, что или из листа USB или из фанеры надо будет еще купить. В общем, Лешек в это выпилит вот такой круг и положим вовнутрь, чтобы, ну, это не был гамак, а было что-то стабильное под пятой точкой. Сейчас я вам покажу, что там у меня. А здесь вот такая оплетка. В общем, в мастер-классе на Ютубе канал называется «Заплатана» или «Заплатана», ставьте ударение, я не знаю, как правильно, польский блогер девушка показывала. Здесь по принципу «Ловец для снов». Вот, но у нее просто вот здесь вот, во-первых, у нее не такая пряжа, толще, мощнее, наверное. И она просто оплетала, ну, вот здесь вот нити. То есть из вот таких вот нитей создавалось вот этот вот, ну, оплетался круг. Я еще сделала, вы видите, здесь каждую вот эту вот ячейку. Я оплела еще плоскими узлами. То есть вся вот эта сеточка, мне прям вспомнилось ирландское кружево, вся она оплетена вот такими плоскими узлами. Мощнее стала, как бы, эта конструкция вся. Ну и, на мой взгляд, смотрится красивее. Ты что, слезть хочешь, да? Что бы я сейчас переделала? Вот эти ячейки, конечно, великоваты. Великоваты, но поскольку я все-таки планирую сюда выпилить вот этот вот круг из фанеры или из листа USB, то это, конечно, пойдет. А так, конечно, ну, великоваты ячейки. Как бы я, ну, изменила? Значит, здесь вот этих вот ячеек, то есть получился восьмиугольник. Вот, вот так вот шло все это, и вот так 8 углов. Я бы сделала изначально несколько, ну, меньше эти ячейки, то есть увеличивала количество узлов. Первую ячейку я бы не делала вот такую большую, а сделала бы хотя бы в половину. То есть это получается 16 углов у меня было бы. Ну, а дальше по принципу вы посмотрите этот мастер-класс и поймете, о чем я говорю. Зрительно, конечно, смотрится красиво. Вот такой вот цветочек прям, ну, очень красиво смотрится. С другой стороны, все равно это будет накрываться. Так что эта красота, ну, вот только так вот без сидушки сверху. О, спрыгнула. Вот. Так что вот это я рассказала вам. Но это не ошибка, я не могу сказать, что это ошибка, тем более я же знала, что у меня будет лежать сверху вот такой вот. Видите, оно, ну, как сказать, ну, под весом, конечно, это все прогибается, все мощно. У меня здесь, значит, еще что от мастер-класса я отошла, у меня здесь не
и одинарная нить, а здесь у меня 4 нити и потом еще 2 нити вот этой вот оплетки. То есть здесь получается, друзья, 6 нитей, 6 вот таких вот нитей. Вот. Вот такая красота красивая. Стелила я сюда и вот этот круг. Стелила я сюда и вот эту подушку. Кстати, когда вот так вот я кладу подушку в центр, и потом сверху кладу вот этот мягкий диван, да, вот этот круг, то получается, что прогиб, ну, то есть гораздо меньше. Вот так вот смотрится качель с вот этим замечательным ковром. Естественно, его нужно вот здесь довязать. Но это будет позже. Я, скорее всего, его довяжу, когда свяжу все кресло. И то, что останется от пряжи, то и пойдет вот в довязку вот этого ковра, в увеличение его размера. Значит, что хочу сказать. Вот когда я оплетала вот эти бриды, сюда пошли все остаточки, все остатки, которые вот я здесь ошиблась размером. У меня очень-очень много осталось вот здесь. Вот я обрезала, даже сейчас много оставила. Это то, что пойдет обвязка на еще вот здесь вот вниз. Но здесь очень много было. Здесь 2 метра лишних было. Вот я пообрезала все вот эти вот длинные пасмы, да, вот здесь вот еще много осталось, и еще здесь буду обрезать. И все вот эти ниточки очень хорошо наращиваются, это все в плоских узлах. Тоже придумала я, ну, как-то само собой все это дошло, и, в общем, оплела вот этими, получились такие бриды, вот так. Теперь хочу сразу, я знаю, что будут комментировать вязальщицы, которые плетут это кресло, скажут, что эта пряжа не подходит и она растянется. Друзья, я думаю, что у меня все будет хорошо. Вот эта сетка и все остальные вот эти вот, ну так скажем, части для красоты, это вот действительно для красоты. Основные стропы, которые держат вас, держат кресло, основную нагрузку, это вот эти 6 строп. 6 строп, но они у меня, как вы понимаете, из джута. Вот джут. Джут не тянется вообще. И посмотрите, какие я здесь навязала узлы. Здесь тройная, ну так скажем, я не знаю, как сказать, 3 раза. То есть сначала крепится, потом еще крепится, потом провязываются плоские узлы и еще оборачивается. В общем, здесь настолько все мощно, что кресло не растянется. Потому что основные вот эти стропы, ну, в общем, я думаю, что я выполнила замечательно. Покажет, конечно, время, друзья. Я не могу, конечно, со 100% уверенностью сказать, что все будет хорошо, но на 95% я уверена. Если что-то будет не так, то я, конечно же, вам об этом расскажу. Вот. Посмотрим, как оно, это кресло, будет вести себя уже в деле. Ну, пока я рассказала вам все о кресле, показала промежуточный этап его плетения, теперь немножко хозяйских новостей. Вышла на улицу, чтобы показать вам нашу погоду и то, чем я занималась помимо плетения кресла. Я высадила рассаду уже в теплицу. Ох, как хорошо пошел расти лучок. У нас сейчас, друзья, идут дожди. Ну, как-то так. Вот вчера только холодно было. Вообще дождь, солнышко,
Я посеяла вот здесь морковку и свеклу. Земля после культиватора просто, друзья, как пух. Я так рада, что мы успели до дождя это сделать. Помните, какие здесь были, я бы сказала, камни. Мне там даже писали, какая у вас типа плохая земля. Нет, друзья, земля у нас очень хорошая, чернозем. Просто так случилось, что в том году лили дожди всю осень, я еле-еле вскопала. А в этом году вот весь этот апрель было сухо, естественно, все высохло. Я очень довольна этим культиватором Зубр, и не только я, мне там подписчицы писали, что еще по моей наводке в том году его приобрели, немножко усовершенствовали, мы даже не будем усовершенствовать. В общем, нравится это чудо-машина. Здесь я уже высадила перчик, я не знаю, видно вам там или нет. Вот, в парничок. Ой, ожил. Все, 24 вот таких кустика высадила. В теплице очень-очень жарко было. Пришлось мне его высадить. Здесь вынесла вон там помидорки. Вот этот перец еще надо рассаживать. В общем, не знаю, куда рассаживать. Под открытое небо еще, видите, похолодало. В общем, пока пусть в теплице. Теперь, что из новостей? О, как щавель-то пошел. Может, сегодня зеленый бочек сварить. Купили мы профлист на всю длину забора. Здесь 20 метров и 20 листов. Вчера прям выгрузили соседям. Нам с соседями очень повезло. Настя и Дима, молодая семейная пара. В общем, мы купили профлист. Купили вот эти поперечины, на которые крепиться будет забор. И их работа. Они будут варить эти поперечины и будут делать забор. Прям сразу быстро мы как-то договорились. Я пришла, говорю, давайте ставить забор, давайте огораживаться. Вот, сразу согласились. И, в общем, вот так вот мы поделили наш материал. Их частично и их работа. Вот этот забор они ставили, так что у нас получилось все, как говорится, по-честному. Вот такие у нас прекрасные соседи. А здесь уже вот такой рядочек смородины. Смородина вся попринималась, очень даже хорошо, что похолодало и дожди. Вчера я сходила на рынок, я уже не полезу, купила еще один куст живности, один уже там цветет. И вот там тоже вдоль забора, там посадила я смородинку. Друзья, не полезу, уж поймите, грязно там. Так что все потихонечку преображается, все потихонечку налаживается. Вот. Работаем, не покладая рук. Мои хорошие, на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео. Вот такой вам цветочек напоследок, немного красоты. Я вас всех обнимаю, всех люблю и до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.